мужчины, мужчины. О чем вы только думаете? Февраля, поздравлять всех надо. Проснусь пораньше, носочки все в кучку. В кучку соберу, в ванну отнесу. Завтрак приготовлю, в постель принесу. Тихонечко поцелуем, тебя разбужу. Тапочки кровати твоей поднесу. И тихонечко одеть, халат помогу. Ну а дальше? Дальше ты будешь сидеть и играть в компьютерную игру, а я... В принципе, можно пообедать, но я буду отвлекать тебя от игры. Вечер, друзья, пиво, а дальше... Хочу поздравить всех мужчин. Не буду говорить о том, чтобы вы любили своих женщин. Это и так понятно. Потому что праздник ваш, значит, нужно говорить только о вас. Ах, как непросто быть мужчиной в нашем веке. Быть лучшим, победителем, стеной. Надежным другом, милым, чутким человеком. Стратегом между миром, меж войной. Быть сильным, но покорным, мудрым, очень нежным. Богатым быть и денег не жалеть. Быть стройным, элегантным и небрежным. Все знать, все успевать и все уметь. Мы в праздник ваш желаем вам терпения в решении ваших жизненных задач. Здоровья вам, любви и вдохновения. Успехов творческих и всяческих удач. С праздником вас, дорогие мужчины. С 23 февраля вас. Поздравляю. 23 февраля, ага, 23 февраля, поздравляю, поздравляю тебя. И не забывайте любить своих женщин. Baby, baby.